Привет. Всем здравствуйте, да. Меня зовут Анастасия, Мой муж Александр. Вот сегодня мы приехали на машине Infiniti M25, захотели сделать выхлоп. Объем 2,5, V6, японский мотор. Машина сама японская, как все знают. До этого у меня все русские машины были, ВАЗ. Была Гранта. Да, спорт. И был тоже выхлоп, но выхлоп на Infiniti по ожиданиям хочется грандиозный. Какого-нибудь такого, как спортивного. Натыкались на инстаграм-страницу вашу, очень много смотрели. G25 у вас была, Infiniti тоже. И решили вот из всех контор, которые есть по Москве, все-таки решили приехать к вам и посмотреть, как что. Сейчас вот ждем, пока все там подготовят, чтобы мы повыбирали звук, и уже тогда, я думаю, приступят к работе. Ну, выхлоп очень хочется, вау, конечно. Вот, и хочется пожелать процветания компании, да, хочется пожелать еще большего процветания, чтобы... Побольше клиентов. Побольше клиентов, да, чтобы вся Москва ездила в данных выхлопах. Все, у меня спасибо. Вообще. Ну, рычит крошка, конечно. Блин, вообще прикольно. Очень круто, вообще. Очень. Бомба. Хорошо, что мы погромче сделали. Да, мелкие были бы вообще не очень. Спасибо вам. Вообще большое. Огонь. Это огонь на самом деле. Это очень круто. Прям вообще. Вот этого ей не хватало. Не, прям вообще отлично. Да. Я очень рада. А ты рад? Вообще. Поздравляю. Бомба. Бомба, честно говоря. Вот это да.